Garden of Banban 2. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Алексей Бро, и мы играем, наконец-таки, в Garden of Banban 2. Эта игра уже давно вышла, извините, конечно, что так поздно, но вот так вот, так. Это получается, как я понимаю, тот самый зеленый человек, который нас схватил как раз-таки. Но графику тут, по-моему, прям жестко изменили. А можно посмотреть, что там? Ладно, давайте, проходим. Ладно, проходим. Чисто с первых секунд игры какой-нибудь скримак. Чё за звук? У нас, а где мы вообще находимся? У нас какая-то записочка, непонятно, что написано. Ну, давайте возьмем карточку, в принципе, и вставим. Тут какой-то мостик у нас с вами выдвигается. Блин, капец, как? А, я уже обосрался. Просто от одного света. Во, как оно работает. Слушайте, а куда нам с вами идти? Понял, явно не сюда. Так, ладно, ну давайте вот сюда вот. Куда он тут двигается? Он двигается сюда. Нам сюда не надо, давай. Чё, я не боюсь этого света, идите нафиг со своим светом. Давай, выключайся. Вот, все. А я не боюсь, все. Я выше этого. Так. Комс сектор. Ой, нет. Ну нет, ну только не пауки, фу. There is an elevator, что-то про лифт. Ну, лестница, типа, лучше, что-то такое. Ладно, давайте. Ну нет, ну только не паук, пожалуйста. Ну нет, ну боже. Ну я не хочу. Эта тупая морда, она смотрит на меня. Чё тебе надо? Иди отсюда. Глаза стоят. Чё ты добиться хочешь? Ладно. У него такой рот, блин. Фу, кыш. Да не, ну я ему сейчас реально вломлю, бой. Понятно. Тот же самый офис. Блин, ну капец, как же я не хочу. Ну ладно. Оно все еще там. Чё это? Теперь тут немножко другие. Тут у нас, как я вижу... Hey, you there. I can see you on the cameras. Нет. Я так рада видеть вас. Мне нужна помощь в одном деле. Подожди, ты вообще меня слышишь? Алло. Послушай, если вы слышите меня, то, что я говорю, махните рукой в любую камеру. Как? Это что? Так мне сделать, эй? А чё они хотят от меня? Как? Да как? В смысле, на что? Shift, Ctrl, A... О, слава богу, я так рад, что ты здесь. Я думал, это конец. Я осмотрелся и вошел в комнату охраны. Затем дверь закрылась за мной, и я застрял внутри с тех пор. Для открытия нужна светло-голубая ключ-карта, но у меня ее нет. Знаю, почему ты здесь, и я могу помочь тебе, но ты должен вытащить меня отсюда. Правильно помню, только я не могу это читать. Слишком быстро. Тупая курица, если ты меня опять здесь напугаешь, я тебя возненавижу. У меня нет день рождения сегодня. Можно я туда не пойду? Да давайте. Что у нас здесь? Что это за фигня? О! Старый друг! В смысле? Тот самый? Да ну! Где?
Братан, мне так было без тебя скучно. Ты мой хороший. Привет, как у тебя дела? Мне без него так было скучно. Давай тут. Опять какое-то объявление, блин. Все. Ах, старый добрый дрон, я потерял твой пару недель назад. Рабочие по обслуживанию, используя их для разных целей, включенных до сухих мыслей, схватить, да, и даже для комфорта. Ага. Хорошо, что у вас есть это. Ладно, посмотри вокруг и попробуй выяснить, как попасть в комнату техобслуживания. Я не уверен, что полезно, махнуть что-нибудь рукой, если нужно мой совет. Хорошо. Мне не нужен твой совет, я вообще максимально спокойный. Типа вот так или чё? Подождите. Вот так, да, вот так. А, я понял! В правильном порядке, да? Ну, допустим, это первое. Это... Окей, это первое. Стоп, что? Как это? А это... Это с этой активируется? А это с какой? Теперь эти четыре активируются. То есть, вот, допустим, я беру этот дрон. Я хочу, например, чтобы он был голубым. Как... О, нифига! Так тут кастомизация появилась, офигеть, реально. Так. Давайте он у нас будет фиолетовым. Я хочу, чтобы он был фиолетовым. Вот таким каким-нибудь. Ну-ка. Во! Вот он уже выглядит как-то более-менее. Вот, так. Первое зеленым... Я понял, я идиот. Первое зеленым горит, второе зеленым горит, третье... Третий оранжевый, значит, не так. Примерно, ребятки, я понял. Так, где первая? Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Так, подождите. Сейчас главное не ошибиться с последней. Так. Здесь не активировано, здесь активировано, здесь активировано, здесь активировано, здесь активировано. Всё! И что произошло? Во, зеленая карточка, все. Давай, чел, говори. Супер, теперь вы можете спуститься в комнату технического обслуживания. Помните, выясните голубую ключ-карту. Удачи, спасибо. Удачи и спасибо. Хорошо. Блин. О, нет. Мы сейчас с ним встретимся. Я вам говорю. Ладно, спускаемся. Нет. Ну нет. А что это такое? Блин, а можно это будет просто маленький, безобидный лабиринт, ведь за мной никто не будет гнаться. В принципе, я даже знаю, где выход у этого лабиринта. Наверное. За мной же сейчас сзади никто не гонится. Нет. Окей, а что мне сделать? Ну? Немножко не понимаю, что тут написано. Это та самая кассета. Так, все, братанчика призываем, а то мне без него тут скучно. Поднимаемся по лесенке. Так, желтое стекло является легко. А, вот почему. Окей, ну давай сюда тогда. Бум. Ну, как обычно, блин, дебил. Давай нормально. Вот. И сюда вот. Ну, слушайте, со смещением они, мне кажется, реально поработали. Это капец. Так. Да, прям. Да. Ага. Хорошо, ну давайте нажмем сначала на эту кнопочку.
Потом на эту кнопочку. О, дебил, господи, как я по тебе скучал. Ты какой дурачок, а? Давай, нажимай на эту кнопочку, пожалуйста. Спасибо. Так, теперь попробуем на него. Нет. Тогда попробуем облететь. То есть, допустим, сюда. Идеально. И прям вот туда. Так оно же легко бьющееся. А почему он тогда не бьется? Меня обманули. Так, хорошо, подождите. Давайте вот сюда. Куда-нибудь его на уголочек. О, идеально. Реально все так просто? Ага, понял. Блин, слушайте, мне страшно. Тут просто, ну что это за детский сад? Просто такой чел нахер и бу такой. У него еще такой рот. И что это? А, вот она, черная ключ-карта. Так, как я понимаю, нам туда. Ого! Капец! Окей, он отсюда выползает. То есть нам... То есть мы заходим сюда. И бежим, не оглядываясь. О, блин. Я что, не подобрал? Да, я не подумал. А вот тебе подбираем. И бежим, не оглядываясь. Пиздец. Да тупая ты! Я уже вижу эту ползучую макаку. А, я понял, как это работает. Нужно бежать против розовых стрелок и по синим. Лох. Стоп, а нам теперь... Давайте проверим. Не можем, не можем... Можем? А что это за комнатка? Чего? Я просто взял бумажку, вы чё? Вы чё, совсем что ли? Нет. Три снайса одним выстрелом. Я получу все твои карточки, я получу идеальный экземпляр, и мне не придется делать, иметь дело с этой штукой снизу. Все это благодаря вам, бам. А, да ладно, я не так уж сильно на тебя ударил. Может быть, я в любом случае вам лучше взремнуть, пока я готовлюсь к нашей маленькой что-то там. Ну блин, ну какой нафиг бан-бан, слушайте, я не хочу. Боже, эта музыка мне не нравится, где я? Ну хоть дрон со мной, за это спасибо хотя. Но почему он синий, я его розовым делал. Почему я пульт синий теперь? Офигенно! Ну что ж, всем пока. Это был Garden of Banban 2. С вами был я, Алексей Бро. Всем удачи и пока.